Сейчас мы предлагаем погрузиться в мир балета. А для этого мы отправимся на ежегодный балетный спектакль школы Bayview School of Ballet. Первое отделение – это, как всегда, сказка. На сцене сам Ганс Христиан Андерсен. И расскажет он нам сегодня волшебную историю о триумфе дружбы, любви, отваге и верности, которым не страшны никакие препятствия. Конечно, вы догадались, что речь идет о «Снежной королеве». Сказки любимы и взрослыми, и детьми. Каждый находит в ней то, что его обрадует, научит или утешит. Содержание знают все. Смелая девочка Герда преодолевает суровые испытания, чтобы спасти своего любимого друга Кая. Злая снежная королева заморозила его и увезла в свои чертоги. И лишь тепло любви Герды поможет растопить его заледеневшее сердце. Каждый балетный спектакль для учеников, учителей и их друзей-любителей балета – радость творчества, праздник музыки и танца. Какое удовольствие видеть, как загораются глаза детей, когда они в настоящих балетных костюмах, балетных юбочках-пачках, балетных туфельках начинают кружиться и делать па под классическую музыку. А чего стоит детский восторг, когда у ребенка начинает получаться то, чего он раньше не то что не умел, а даже и не мечтал? Вернее, нет, именно мечтал научиться, и вот в результате труда и работы над собой у него все получилось. И не это ли один из важнейших уроков жизни, столь необходимый, особенно в юном возрасте? Ведь балет – это не только красота и легкость волшебного полета и танца на сцене. Это прежде всего кропотливый, изнуряющий труд и истинное проявление силы воли. Занятие балетом для детей – это ежедневный подвиг над собой. I think it's an amazing experience and everyone should come and join because it's super fun and at the end of the year you can all come together and it's a great experience. So. The teachers were amazing and they teached a lot. It's great. Like, I love dancing there. It's the best and I love it. The teachers are very thoughtful about others and that. I think that it's a very excellent school, very organized and very dedicated to the true art of ballet, and that's why we've been coming here for years with my daughters. Очень красивое шоу было, очень дети просто потрясающе выступали, музыка, свет, занавес, все было очень-очень-очень красиво. Дети были в восторге, после этого просто плакали, что все закончилось. И, конечно, для родителей это тоже приятно, это самая лучшая школа. Хорошо известная балетная школа Bayview School of Ballet обучает танцу на высоком профессиональном уровне. А уровень этот заложила основатель школы, известная российская балерина, педагог и хореограф, выпускница Вагановского училища, ведущая солистка Рижского театра оперы и балета Белла Коварская. Она была первым педагогом знаменитого Барышникова. Школа, созданная Беллой, первая в Канаде начала подготовку своих студентов по русскому методу обучения. Традиция русского классического балета бережно сохраняется по сей день. Вот уже 14 лет школу возглавляет дочь Беллы Коварской Анна Коварская-Стайнгольд. Ее главная забота – сохранить бывшую в бытность Беллы атмосферу творческой работы. Следует подчеркнуть, что в школе преподает балет коллектив опытных русских педагогов. I am thrilled with tonight's performance. It was such a success. The students did remarkable. They put their heart and soul into every movement, into every thought. Our wonderful, talented, dedicated staff, especially Larissa Kuznetsova, who is our artistic director, and Galina Shapovalova, who is our children's director. Phenomenal job. Words cannot express my happiness and how proud I am to be a part of the Bayview School of Ballet and how proud I am that my mother's legacy is continuing. Главная задача школы Bayview School of Ballet – раскрыть богатый творческий мир ребенка, научить его красиво двигаться и танцевать, слышать музыку, дать ему прекрасный старт на всю жизнь для любых занятий, будь то спорт,
бальные или современные танцы, или классическая хореография. У ребенка сформируется хорошая фигура, растяжка, осанка, гибкость, пластика, походка и умение вести себя в обществе. Педагоги стараются приобщить ребенка к прекрасному, заботятся о его культурном и творческом развитии, о формировании полноценной и всесторонне развитой личности. Кроме всего прочего, балетная школа для детей очень дисциплинирует, закаляет и душу, и тело. Маленький человек будет защищен от агрессии внешней среды, будет расти здоровым, счастливым, уверенным в себе и одухотворенным. The teachers are amazing. They make you feel as if this was your home, your second home. It was my first year here, and it was a really, really good experience. I think it's awesome. Yeah, it's really fun. All the teachers are really good, and yeah, they're lovely. It's all together. It's lovely. Oh, they're all very nice, and I just love dancing, and I'll keep on doing it. I had a lot of fun today. The teachers are very nice. The school is awesome, and like her, I love to dance. Согласно исследованиям, проведенным британскими специалистами, во время занятий хореографии мышцы напрягаются в 9 раз сильнее, чем во время занятий аэробикой или фитнесом. Замечательный детский педагог Януш Корчик как-то сказал: «Ребенок – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь. А зажечь может лишь тот, кто сам горит». Педагоги школы Bellevue School of Ballet думают о будущем наших детей и стараются зажечь в их душах огонь творчества и познания мира, который сделает их по-настоящему счастливыми. Я снова вижу голубой далекий свет. Прекрасным принцем не является балет. Он позолоченную ту велику дает и за собою в мир загадочный ведет. И вот взлетаю, я взлетаю высоко, паря над прожитым свободно и легко. И только звезды кружат в небе надо мной, и только звезды кружат в небе надо мной, и только музыке подвластная одной. Балет, 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 души призывный звук. Балет, 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 несбыточный мой друг, мой сам. Мой Бог.